Всех витаю, дорогие мои друзья. Я в Германии. Добрый ранок, доброе утро. Посмотрите, какое солнышко светит. Светланка побежала уже на занятия, и Оксана тоже по немецкому языку. А Юля сейчас спит, Люда тоже спит. Так хочется побыстрее Галю увидеть. Вот она здесь напротив. Она, наверное, уже не спит. А Вовик спит. Поэтому, чтобы не будить, я пока туда тоже не иду. Солнышко ярко светит. Теплынь. Видите, какое яркое солнышко. Закрою окно. Буду ждать, когда все проснутся. Идут уже Галя с Вовой. Что-то считает. Кто там идет? А кто там идет? Кто? И все спят. Я жду, когда они. А я выглядывала в окно, Галя. Выглядывала. Ой, где у меня такой такой. А я выглядывала в окно. Думаю, может, ты хоть в окно заглянешь, чтобы тебя увидеть. Так я ж, а я ж думала, что вы спите. Да, они спят еще наши. Ой, да какой там мой, да ужас. Вовик, смотри. Подарочек тебе, смотри. Тебе подарочек, бачишь, дорогу будешь ехать. Да, а там инструменты есть. Открываем. Ну, попробуем. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ну, ух ты! Ух ты! Каска! Давай, одеваем каску. Одеваем. Ой, там надо знать. А ну, Галя, одень ему каску. Просыпайся. А вон Юлин подарок. Вон. Какой у них. Ага. А, еще и пояс. Пилка. Вот еще и пи. Боже, все инструменты сюда. Ты криво делаешь вот так на дороге. Давай я. Ага. О. А ну, ой. Застегни ему. Хорошо, надо застегнуть. Хорошо. Вон еще пилочка, смотри. Держи пилочку. Тоже туда надо куда-то. Или ты я неправильно одела? Вот так вот. Вот. О. Пилочку сюда, ну, давай, наверное, вот так вот. А ну давай. Как вот там где-то и хватает. Как? Вот пилочка. Угу. Ух ты! Настоящий работник. Вот сюда и вот сюда. О! Боже мой! О! Какая красота! Пошел ремонтировать. Иди. Давай. Поломалась сумка. Давай ремонтировать надо. О! Чемодан надо ремонтировать. И это давай. На, сам, пиляй. На, пиляй. Юля, на. Смотри, какой инструмент. Пояс о. Весь у него в инструментах. Он ремонтирует. Нет, он не хочет это. Не хочет шапочку. Не хочет. О, уже и шапочку одел. О. Да. Доброе утро, Юлечка. О. Ой, шапку уронил. Бабушке Гале тоже подарок есть. Привет. Сейчас, да. Сейчас, подожди, дай-ка я. Вытащу. Подожди. Тоже был подарок. Да, тебе подарок. От Деда Мороза. Вот. Да. Красота. Очень удобная. Красота. У меня такая же, поэтому очень удобная. Да. Ох ты, какая харная. Угу. Она Деду еще... еще Дед Мороз, и Тамара и Света. От всех нас Дед Мороз. Смотрите, какое яркое солнце светит. А мы с бабушкой Галей едем с внуками. И вон еще впереди трое. Юля с подружками. Ты, Галя, что это? Со всеми здесь, да, уже перезнакомилась? Да, одна бабушка на всех, да?
Хорошо, что приехала бабушка. Бабуня с нами, то они все отпускают. Да. Вчера тоже так же самое. Там сейчас еще Давида приведут они. Ага, ты, короче, уже всех знаешь. Да. В Германии, что мне нравится, здесь все время тепло, и вот погода такая тепленькая, и всегда зелень, всегда все цветет. Да, морозов не было. Здесь не было морозов. О, видите, вот Юлечка впереди бежит. Смотрите, как красиво. Курочка какая-то там. Так неудобно снимать, хоть бы полицию не вызвали. А смотрите, азалия украшена. Вместо елки. Красиво украшена. Так интересно. А это не азалия, кстати. Это не азалия. Вот, смотрите. Красиво как. А здесь вон игрушечка валяется и ваза. Каждый дом как игрушечка. Смотрите, озеленение такое. Это дом 1912 года. Представляете? Вова едет и по телефону разговаривает. Магазин, магазин. Видимо, Оксана так и ездит. Пражские детские площадки отличаются от немецких. Совсем по-другому все. Здесь. Смотри, вот там. Это школьное же. А, это школьное. А пойди детсадовские, там совсем другие же. Там тоже площадки другие. Вон туда. Здесь, вон, видишь? Видите, там. Здесь это для школы. Как, да. А, не... для школы, да? Это школа, это же вот школа. А. Школа. А, понятно. Здесь же не детская площадка. Ясно. Это для школьников сделано. Вон тут, там туда, тоже. Там уже, вон, видишь, дети. А, тут тоже такая есть. Гойдалка интересная. Пошли, куда идем? Идем к Юле тогда. Юля с подружками уже все. Видишь, школьники, видишь, для чего? Ага, вон школьники катаются. Смотрите, вот здесь можно посидеть, здесь покачаться, здесь песок уже начинается. Видишь, сколько песка здесь, очень много песка. Это прибирает, он там пылесос гудит. Развалился царь. Звать Драгов. Драгов? А, ясно. А. Мальчик из Молдавии. Иди до Калюжи. Иди до Калюжи. А ты сам что не идешь до Калюжи? Иди до Калюжи. Да, смотри. А, здесь мальчики, видите, поднимаешься вот так на этих колесах. Здесь мальчики только что оттуда бросали вон в лужи. Всякие бутылки, камни кидали. Да. Мальчик, спасибо. Разгуливает. Ты только же мокрый будешь. Ты будешь мокрый, у тебя ноги будут мокрые. Ты же непроницаемый. На колюжу. На колюжу. На колюжу. Смотрите, сколько песка здесь. Гуляй, не хочу. Бегай, лази. Здесь можно лазить. Нет! Подписывайтесь на канал Любовь Кей, потому что это самый крутой канал, который я видела. Да, спасибо. Оказывается, подписчица моя здесь. Да. Ой, я так очень рада, что даже здесь, в Германии, у меня есть подписчица. Я и не знала, вот сейчас только узнаю. Спасибо тебе большое. Как тебя зовут? Павла. Павла зовут. А тебя как зовут? Злата. Злата. Подружки. Да, и мы с ним друзья, кстати. Да? А. Я, вот у вас такая качелька интересная тут. Она очень мощная. Мощная? Да. Она понимает, что не да, а, да, да, нет. Да, часть до сюда доходит. Понятно. Не вообще. Ой-ой-ой, Юль, не упади, держись, осторожно, вы сядь. Молдаване, молдаване, всем привет, я здесь. Ага. Моим родственникам тоже привет. Тоже смотрят Любовь Кей. Спасибо, спасибо. Моим тоже. Я люблю. Спасибо большое. Ой. Слушай, я не знала, оказывается. Вот сейчас меня вот девочки просветили. Это Киси Миси, жена Шаги Ваги.
А шаги-ваги точно такой же, только синий цвет. Ты представляешь? Первый раз слышу вообще. А, хаги. Жена гахаки-ваги? Ага. Ну, это киси-миси, я поняла. Все понятно. Если хоть бы запомнить. Жена хаки-ваги. А, кстати, Павла у нас лиса. Лиса, да? Не чокаль, что я вру. Она хитрая. Да. О, смотри, Вова сделал целую пирамидку, да? Ух ты! Так, я не поняла, уже все. Ну, хулиган, смотри, какой хулиган, ну. Ты сказала, что сделал, значит, надо. Ага. А так как аккуратно сделать. Да. Галя, я у тебя интервью возьму. Все спрашивают, где Галя, где Галя? Вот Галя, Галю нашли, нашлась в Германии, да. Вызвали тебя? Чтобы с внуками посидела бы. Они сейчас ходят на учебу, дети. Ага. Вот. Они учат... Оксана со Светланкой. Со Светланкой. Они учат сейчас два языка, две мовы. Английский один, и немецкий. Немецкий, а другий английский, да. Угу. Вот. Они... Целыми днями заняты. Сегодня утром рано Светланка уже убежала на занятия. С Оксаной они вдвоем. Ну, Оксана, я не знаю, потому что она с тобой была там, да. А Светланку я видела. Со мной. Да. Ну, вот и теперь Галя не только бабушка двух внуков, а вот вы видели, сколько здесь. Вот это все, вот это все. Бабушка идет на площадку, всех отпускает. Я со всеми вместе хожу. Со всеми. Я бы так бы, если бы только Вовик, я пошла бы в детскую площадку, там есть детская площадка. А здесь вот школьная, то я пока Вовик... Вовиком, они вон, видишь, на таких качелях везде. Им же не интересно. Ну да. Хозяин. Еще есть мальчик. Вовик, Давид еще есть. Есть он, стена, он на стене, видишь, как они там для... Как альпинисты они. Как лазить. Да, много тут чего интересного есть, да. Здесь вон. Они тут скачут, особенно если тут компания у них собирается, тут это вообще... Да им тут не скучно, они тут и лето, они целые, как мы раньше говорили, шобла собираются, и туда-сюда бегают, их очень много. Если ты скажешь, идем на площадку, они все с удовольствием идут. Вот только начинают обходить всех друзей. Да, Юля говорит, подождите, мы зайдем за Златой, потом вместе пошли до Паулы, потом туда, потом сюда. Потом до Дамира, а видишь, Дамира сейчас нет. А потом, да, да. Друг нашелся. Да, столько друзей и целые шоблы уже идут сюда. Целым гуртом, да. И да. Всем гуртом здесь скачут, бегают, а мы только с Вовиком успеваем. То туда, то сюда, то туда, то сюда. Так что бабуся на всю Германию у нас. Тебя и не отпустят. На всю компанию. Да, на такую большую компанию. И Вова есть. Вова до обеда в садике, после обеда уже с Галей. Да? Ну, пока что я же приехала только недавно. То ну да. Это, ну, потом уже, может быть, буду и забирать, если что, если они будут заняты. А может и... Я не знаю, как дальше будет. Там может... Но с Юлей точно буду забирать. Может, они не будут успевать, то буду забирать. Сейчас у Юли каникулы просто. Просто у них каникулы, да. Сейчас да. У детей каникулы. А у них учеба. Вот вовремя я приехала просто. Ну да. Они как раз сейчас, видишь, дома, а у них учеба. А так бы им пришлось пропускать. Бабушку не отпустят теперь. Пока. Не только Оксана со Светланкой, а все остальные соседи тоже. Ну, соседи, вон, взрослые дети. Ну и что? Они хоть знают, что они спокойные, могут свои дела делать. Вот. Смотрите здесь на стенке. Это очень просто даже, да? Делается раз и... Дети могут, пожалуйста, тебе... Давай, я буду держать этого. Шуги-шуги. Или шуги-ваги. Я уже забыла, как его зовут. Ох ты, смотри, как залазит. О, ну ты даешь. Смотри, одной рукой висит. Видела, да? О, очередь пришла и Вовы покачаться. Когда освободят взрослые, да? Ну да, пока Юля это... Он с ними не хочет. А бывает, хочет, они не пускают. Ну да. Нету ровесника Вове. Ну есть, когда идешь на площадку, я же говорю. А здесь нет, здесь старшие. О, здесь, смотрите, есть настольный
Теннис можно поиграть, футбол здесь можно играть. Вон там волейбол. Всякие игры можно здесь играть. Развалился все. Все, я пошли. Идем, а он... ни в какой, да. Все, Бобик, пошли. Пошли до Юли, где там? Смотрите, уже все, елки выбрасывают. Красивая такая. Еще одну несут. Сегодня целый день, наверное, будет. Вон, видите, елку еще одну везут. О. На мусорник. Какие красивые елки. Вон еще везут. Ой, дякую. Ой, бабули Гали, да? Нет. Бабули. А, бабулям квиточки принесли. А это все бабуси любят? Есть одно, а второе как? А бабу Гали, бабушку Гали. Ой, красивый. Квиты. А Тёма, что не даете мне? Давайте Тёма раз цветы подарили. Давай. Вкусняшка, вкусняшка. Юля, а ты что, Тём, не даешь мне? Цветы подарила, а Тём? Голову представляет, главное. А, где это вы были целый вечер? Отрывались, тусили. А мы вот гуляли. Мы все... Ах, ты жучка, мое место заняла. Курочка встала, место пропало. Да? А ну быстренько вставай. А, ладно, сейчас я пойду цветы на место положу и приду, я тебя подниму. Сегодня столько елочек света носили люди. О, джентльмен, смотрите. Помогай. Помогает Оксане. Вот тут, бери тут. Вот так. Раздевайся, мол. Да? Мужчина, потому что настоящий растет. Вот. Давай мини-куртку, давай. Я что-то это... Вкуснятина, да? Вкуснятина такая. Мы уже и мультики играли, уже и танцевали. Еще такого же не было. А, так, с моего места, как с куриного теста, давай. Вставай. А. Это справа, это дети. А мы что, тебя не увидим больше, что ли? Может, успеешь прийти? Это куда, говоришь, это в Прагу? Не знаю. Это Прагу. Разбирайтесь сами. Я вам дарю, да? Все, всем подарила, до свидания. Все, благодарим, благодарим. А вы там как хотите. Ага, все, давай. Кидайте это. Может, это в Киев завезете. Ага. А ну. Какие-то интересные такие, да. Алкогольные, да? А, вот такие, которые мы вот здесь вот ели, да? С коньяком. Вот такие мы здесь ели, вот такие. Вот такие, а да. Теперь есть такой сорт и есть такой сорт. Мне кажется, что-то будет. Все три вида, да? Классные. Действительно. Ну, такое интересно, что... Ну, здесь мне понравились они. В Праге я таких не встречала. В Украине, в принципе, бывают, типа, с алкогольной, но они по вкусу... Ну, это особенно не именно немецкий. Ну да, спасибо. Так, место мое, освобождай место мне, освобождай. Он еще... Ой, девочкам дарит. Сейчас. Что-то тут такое... Значит, это типа вино или шампанское? Вино. Вино? Все, будем. Флористы. Тут одни флористы. Кстати, и Светланка, и Люда на флористов учились даже. Видишь, вот женщинам флористам надо всегда учиться. Всегда им пригодится профессия флорист. Правильно? На курсы походить хотя бы. Мужчин? Ну, мужчин тоже можно, но а женщинам мужчина, обязательно мужчина, надо. Мужчина хочет, не хочет, это такое дело. Нет, девочки должны все. Я бы их еще в школе вела бы такой предмет, флористика. Понятно.
Жесткая? Ну, мужчины по хотению, по желанию. Класс. Букетик получился. А? Вот ваш подарок мне. А, понятно, новогодний. Дед Мороз подарил от бабушек. А, классненько. Угу. А ты что, еще не дали вышивать? А ну, я теперь туда да? все сложу. А-а-а. Буду вышивать аккуратненько. Классненько. Не факт, что оно там будет лежать. А это свеча такая, с запахом? С дырки раздраконили. А ну, дай понюхать. Дай понюхать. Да? Пахнет? Вкусно пахнет. Я дай сюда. Вот же. А, действительно, так вкусно пахнет. Давай зальем. Давай зальем. Все проверим. Алло. А как? Не, действительно вкусно. Алло, ждай. Ну что, я встала с места. Все, побежала я тогда. Сейчас я тебе покажу. Жигалку. А спички? Нельзя? Слушай, а здесь спички вообще продают? Да, спички продают. Дай понюхать. Так оно же надо, чтобы постояло, и чтобы завоняло вам всю хату. Да? Ну. Пока огнем пахнет только. Пока только огнем пахнет. Ага. Чувствуешь? Я только огнем хочу. Куда? Ну, мы же должны ощутить запах, Галя. Вдруг вообще не пахнет. То здесь оставишь туда. А у меня-то маленькая. Буду в туалете. Зажала, выключила. Романтик все устраивает. Да. Он романтик. С цветами. Пахнет уже? Курочка встала, место пропало. Все, бабушка Люба первая прибежала. И что? Да. Мне зрители помогут тебя лайками вытащить. Что значит вытащить? Ой, сейчас упадешь. Все, зрители, скажите, кто первый прибежал, тот и того и не надо, правильно? А подписками надо... А подписками... Что делать? А подписками бабулю... Надо доставать. Откуда доставать? Из шкафа? Из старинного шкафа или что? Из кровати!